Привет-привет! С вами Елена Константинова и из Греции с любовью. Надеюсь, вы уже купили билет? Если еще нет, очень вам советую посмотреть нашу передачу. Посредине Эгейского моря, в самом центре Киклад, есть остров своей славы, готовый поспорить с Ибицей. Остров, на который каждый год съезжаются сотни знаменитостей со всей Греции и со всего мира. Остров, вокруг которого плавает много дорогущих яхт. И остров, который не знает покоя с утра и до самой ночи. Если вы устали сидеть на диване, если вы устали слоняться по дворам, если вы устали от постоянной жары или постоянного холода, самое время отправиться на остров Миконос, который не знает покоя ни днем, ни ночью, но на котором есть и такие места, где можно просто закрыться в тишине на шикарной вилле, приземлиться туда на вертолете, и об этом никто никогда не узнает. Вам нужно приехать сюда. Добро пожаловать на остров Миконос. Ночная жизнь в городе Миконос начинается примерно с 9 часов вечера и продолжается до самого восхода солнца. Все начинается тихо, мирно и спокойно, когда люди садятся в ресторанах, кафе, барах, начинают кушать, пить коктейль, а потом все это продолжается безумным весельем в самых лучших ночных клубах города. Те, кто любит повыходить вечером, погулять, поразвлекаться, не должны упустить этот важный момент, ведь этот город не спит практически никогда. Кстати сказать, эти странные улочки были построены специально для того, чтобы во времена пиратов, пиратам было неудобно здесь передвигаться, чтобы они могли легко запутаться. Иногда это случается и с туристами, поэтому внимание! Развлекайтесь всегда и везде вместе с каналом бизнеса и туризма Discover Greece. Итак, если вы молоды, активны и полны жизни и сил, ваше расписание дня будет такое. Просыпаетесь вы на Миконосе часов 12 в час. Не спеша завтракаете, купаетесь в бассейне, собираетесь на пляж. Отправляйтесь на один из пляжей, где дискотека продолжается с полудня и до самого вечера. А где-то часов в 9 вечера вы выбираетесь в город. И здесь вы встретите, кого вы здесь только не встретите. Здесь многочисленные известные личности со всего мира. Здесь проходит много телевизионных каналов. Здесь можно встретить журналистов, да и просто познакомиться с кем-нибудь. Или просто посидеть в баре и посмотреть известные марки, приобрести великолепную одежду. Вкусно поужинав, купив необходимые подарки, одежду, вы можете продолжать развлечения до самого утра в самых известных ночных клубах города. А утром, как здесь принято, проголодавшись, закусить сувлаками или хот-догом в одном из ближайших кафе. Итак, мы находимся в одном из самых лучших и самых шикарных клубов всех времен и народов. Это Кава Парадизо. Именно сюда каждый день съезжаются лучшие диджеи со всего мира. И если вы хотите послушать современную музыку, то, безусловно, вам дорога сюда, в Каву Парадизо на остров Миконос. Доброе утро, страна! Местное время на острове Миконос 5 часов 30 минут. Как видите, мы продолжаем веселиться, ведь этот остров не спит никогда. Если вас по ночам мучает бессонница, самое время ваше следующее путешествие организовать на этот совершенно уникальный сумасшедший остров. Продолжайте смотреть передачу «Party Time». Оставайтесь с нами. Миконос – это обилие великолепных песчаных пляжей. В любой день, в любой час каждый из вас сможет найти здесь пляж подходящий и для семьи, и для парочек, и для любого замечательного отдыха, разлегшись у моря. Расскажу вам маленькую тайну, которую знают только греки. Отдыхая в Греции и, в частности, на греческих островах, вы можете пользоваться знаниями относительно куда и откуда дует ветер. Так, например, если во время вашего пребывания на Миконосе будет южный ветер, очень вам советуем приезжать на пляж под названием Фтелья, который вот он перед вами. Приезжайте, и вы вспомните мои слова и поймете, почему мы вам советуем отдыхать именно здесь в то время, когда дуют южные ветра.
Еще один знаменитый пляж острова Миконос, песчаный, красивый, это Калоливади. Здесь много отелей вокруг, на пляже есть отличные кафе, бары и рестораны, где можно посидеть после купания и просто отлично провести время. Не забудьте посетить этот пляж во время вашего пребывания на Миконосе. Если вы привыкли видеть свои фотографии на обложках известных глянцевых журналов, то вам тоже сюда. Нет такого туриста ни в Европе, ни в Америке, который не знал бы об этом острове. Наверное, только вы еще об этом не знаете. И это остров Миконос. Смотрите нашу передачу. Во всех подробностях мы расскажем вам о великолепном отдыхе, который вы сможете провести на этом великолепном острове. Ошибается тот, кто думает, что мы находимся на Ибице. Это все тот же самый Миконос, просто этот пляж парадайз. Для кого-то рай, а для кого-то танцплощадка с утра и до самого позднего вечера. Но, впрочем, что я вам не скажу, весь этот климат, всю эту атмосферу передать я вам вряд ли смогу. Нужно сюда приехать, это прочувствовать. Все это Миконос. Вы смотрите канал бизнеса и туризма Discover Greece с сумасшедшего острова Миконос, где парти продолжается целый день. Вы смотрите канал бизнеса и туризма Discover Greece. Как понять, что вы находитесь на Миконосе? Добро пожаловать на один из самых сумасшедших пляжей этого великолепного острова. Безусловно, Миконос – это самое тусовочное место на всех Кикладах, а возможно и во всей Греции. Вот, пожалуйста, один пример. Знаменитый пляж Супер Парадайз. Танцуйте вместе с нами, пейте вместе с нами, купайтесь вместе с нами, почувствуйте себя совершенно свободным на острове Миконос, на пляже Супер Парадайз. Молодежь со всего мира собирается потусоваться на одном из трех великолепных пляжей Миконоса, которые поистине являются просто сборищем танцоров и желающих потанцевать. Один из таких пляжей – Супер Парадайз, следующий Парадайз и еще один – Каво Парадизо. Все это сумасшедший Миконос, где можно делать все, что вам заблагорассудится. Для того, чтобы было хорошее настроение в любое время суток, вам не нужно сидеть дома на своем диване, вам не нужно пить пиво с друзьями в подъезде, вам нужно просто приехать на остров Миконос, на пляж Супер Парадайз, где дозволено практически все. И здесь заодно вам не потребуется тренажерный зал, ведь держать мышцы в форме вы сможете целый день, с утра и до самого позднего вечера. А поздним вечером, когда вы устанете танцевать в одном из клубов, пляжных баров на пляже Супер Парадайз, вы можете продолжить заниматься этим занятием в одном из ночных клубов Миконоса. Миконос – это тот самый остров, где ночная жизнь, веселье и отличное настроение не прекращаются никогда. Развлекайтесь и будьте веселы всегда вместе с нами. Вы смотрите канал бизнеса и туризма Discover Greece. And this is Mykonos. Ну как столица, ну как вам ночной молодежный? Нравится Mykonos? Ну тогда все скорее в ближайшую поездку берите билеты и приезжайте сюда, потому что это Mykonos. С вами снова из Греции канал бизнеса и туризма Discover Greece Константинова Елена. Наверняка многие из вас выбирают лето для того, чтобы заключить брак. У нас к вам есть предложение. Почему бы не организовать свадьбу или хотя бы медовый месяц в Греции? Ведь это что-то новенькое, очень захватывающее и очень интересное. Одни из самых шикарных свадеб, безусловно, празднуются на острове Миконос. Сколько знаменитостей поженились здесь, я просто не смогу вам передать. Почему бы и вам не включить свою свадьбу в список свадеб знаменитостей?
На острове Миконос вы найдете великолепные сюиты, отличные отели, категории люкс и даже выше. Если у вас есть желание приземлиться сюда на вертолете, это тоже возможно. Здесь нет ничего невозможного, потому что это остров Миконос. А еще проведите на Миконосе свой медовый месяц для того, чтобы он стал поистине незабываемым путешествием. Ведь медовый месяц – это тот месяц, когда вас должны баловать с утра и до самого вечера. Все это возможно в великолепных, шикарных отелях Миконоса. Отели на любой вкус и на любой бюджет ждут вас на острове Миконос. Здесь вы найдете все, что душа ваша желает. И самые простенькие отели, и самые-самые шикарные отели и виллы. Самые знаменитые люди мира отпраздновали свои свадьбы на острове Миконос, ведь это считается особым шиком и престижем. Почему бы и вам не отпраздновать свою свадьбу на этом великолепном острове? Вы любите плавать на яхтах, но тогда не обойдите вниманием и этот великолепный остров, который выбирают местом своего летнего предназначения и знаменитые шейхи, и самые известные личности мира. Путешествуя на яхте вокруг Миконоса, вы найдете немало уединенных пляжей, которые будут только в вашем распоряжении. На территории многих отелей на Миконосе есть даже собственные церквушки. Именно здесь вы сможете заключить свой брак. Не забудьте, что Миконос – это, пожалуй, единственное место во всей Греции, где вы сможете заключить гражданский брак в мэрии, которая когда-то была русским консульством на Кикладах. Это вам не где-то там еще. Или заключить церковный брак церкви напротив, которая также была построена никем иным, как русским консулом, господином Войновиком. Είναι κάντο άλλη μία που είμαι στο πρώτο πλάνο. Πάτε λίγο Νίκη. Με τραβάτε τώρα, ναι. Ελένα. Ο δήμαρχος, παιδιά. Έλενα, έλα. Εκτός από όλες τις ομορφιές του νησιού που είδαμε, υπάρχει και ιστορία που συνδέει τη Ρωσία με την Ελλάδα. Εδώ και το κτίριο της Δημαρχίας έχει μια ωραία ιστορία, έτσι δεν είναι? Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Από τον Ρώσο πρόξενο τον Βόινοβι, τη δεκαετία του 1770, γιατί ο σύνδεσμος που έχουμε με τους Ρώσους είναι από τότε. Φανταστείτε ότι οι μικονιάτες ναυτικοί ταξίδευαν πάρα πολύ συχνά, μεταφέροντας εμπορεύματα προς τη Ρωσία και αντίστοιχα προς την Ελλάδα και την Μύκονο, με σιτηρά και λοιπά. Αυτά τα ξέρει βέβαια ο Μιχάλης ο Ασυνομίτης που θα σας τα πει καλύτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα εδώ μέσα στο Δημαρχείο που σώζονται από τότε. Αυτά βεβαίως και πίνακες υπάρχουν και τα ρολόγια και λοιπά.